19 пар Дедов Морозов и Снегурочек борются за звание лучших. В Челябинске стартовал первый этап конкурса новогодних волшебников. Ребята, а вы нас хоть узнали? Да. Кто же мы? Снегурочка и Дед Мороз. На первом этапе жюри смотрят, как волшебники работают с детьми. Оценивают артистичность, уникальность костюмов и харизму. Челябинская Снегурочка Елена Шуть приготовила игру в снежки. Мы решили удивить деток и членов жюри большими снежными надутыми шарами, из которых появится очень много снежных шариков. И мы будем играть в снежки вместе с нашими жюри. Участники приехали со всей области и даже из Башкирии. После первого этапа последует интернет-голосование на сайте главного информационного партнера конкурса телеканала ОТВ. По результатам конкурса данного произведем отбор лучших по костюмам, по творческим номерам, чтобы представить их на открытие ледового городка. На сайте ОТВ будут размещены все выступления участников. Голосование открыто до 23 декабря. Именно выбор жителей и определит лучших волшебников этого нового года. Победители конкурса представят 25 декабря, в день открытия ледового городка на площади Революции.